Всем привет! В этом видео на прошлой неделе шоу «Маска» покинул малыш. В этом костюме выступал популярный артист Руслан Алихно. Певец рассказал о том, как ему испортили костюм, почему он согласился на участие в шоу и реакция зрителей на уход талантливого артиста. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Руслан Алихно – талантливый певец из Беларуси, который, как оказалось, стал одним из участников проекта «Маска». По этому поводу артист дал большое интервью. Он мечтал попасть на шоу еще в прошлом году. Тогда действительно многие подозревали, что Руслан находится в костюме носорога, которым в итоге был Кирилл Туриченко. Образ малыша Руслан выбрал сам. Он считает, что каждый человек в душе остается ребенком. Ему очень хотелось показать себя такого, ведь быть ребенком он позволяет себе только в кругу самых близких людей. На последней программе, кстати, случился серьезный конфуз. Перед съемками в гримерке кто-то из ассистентов повредил голову малыша, случайно уронив ее на пол. В результате отвалился чуб. Было несколько вариантов, как обыграть случившееся. Один из них – это замотать голову малыша, мол, что он заболел. Но в итоге чуб смогли приклеить обратно невидимым клеем. Когда Руслан снял маску, то наконец-то смог увидеть судей. Он даже не удержался от восклицания: «А вы такие красивые!» Ведь участники шоу «Маска» в большинстве своем максимум видят только первые ряды зрительного зала. Кстати, единственным из жюри, кто угадал Руслана, стал Тимур Батрутдинов. Во время опроса судьи предлагали совершенно иные версии. Филипп Киркоров даже назвал имя своего протеже – Давы. Но это смешно и даже чуть глупо, потому как вокальные способности малыша гораздо лучше, чем у Давида Манукяна. В связи с этим зрители в комментариях расстроены выбором судей, ведь на голосовании остались малыш и Пончик. Многие уверены, что Пончик должен был покинуть шоу. Кстати, основная версия, что в сладком костюме певица-актриса Ирина Понаровская. А вы считаете уход малыша справедливым? Пишите в комментариях.